Борис Борисович Махоника, ветераны. Ветераны опять соберутся 9 мая, вспомнят юность, суровые годы войны. И дороги тех лет, от начала до самого края, им напомнят сегодня тревожные сны. В 41-м у Бреста война началась, немцы вдруг на заре наш кордон перешли. Крепость долго солдаты врагу не сдавали, по советской границе сражения вели. Минск пал, а вслед за ним и Киев. И путь, казалось, на Москву открыт. 2 месяца шли битвы за Смоленск и Харьков, а на Донце немецкий план позором был покрыт. План Барбаросса рухнул с самого начала. Не получилось и 2-месячной войны. Все рассчитав, лишь главного не знали, какие жертвы для отчизны принесете вы. Москву и Ленинград в боях вы отстояли, не сдали город Сталина врагу. И Курскую дугу вы в 43-м подровняли, и сходу подошли к Днепру. В 44-м вышли снова на границу, освободили от врагов свою страну. А в 45-м взяли штурмом их столицу. Победа знамя гордо реет на ветру. На Красной площади проходит марш победы. Гвардейские полки со всех фронтов стоят. Блестят на солнце ордена, медали, звезды. Врага штандарты под стеной лежат. Мы благодарны вам за мирное и голубое небо. Вы День Победы приближали как могли. Держитесь, до конца пути идите смело. А дети, внуки знают, как теперь по жизни им идти.